В Славянке продолжаются работы по строительству детских и спортивных площадок в рамках губернаторской программы «Тысяча дворов». Поскольку у местных жителей накопилось множество вопросов по поводу реализации данной программы, наш корреспондент пообщался со специалистом ЖКХ Славянского городского поселения и узнал все подробности строительства площадок на территории поселка. Напомним, программа «400 дворов», переросшая в дальнейшем в «1000 дворов», стартовала в Приморье 1 ноября прошлого года. В краевом конкурсе по благоустройству дворов и придомовых территорий в Хасанском районе победили 16 дворов. Из них 4 в Славянке, 3 в Краскино, 3 в Зарубино и по одному двору выиграли Пасьет, Андреевка, Гвоздево, Безверхово, Перевозная и Хасан. Жители сами определяли вариант благоустройства. Большая часть жителей выбрала установку детских и спортивных площадок. На данный момент в Славянке работы по краевой программе уже начались по улицам 50 лет Октября 13, Героев Хасана 23, Дружбы 12 и 50 лет Октября 6. На сегодняшний день ведутся работы, подготовлено основание для оборудования детско-спортивных площадок. С середины июля у нас начнутся уже установка детских и спортивных элементов, а также укладка резинового покрытия. А по улице 50 лет Октября 13 у нас будет ремонт внутридворовых проездов и дорог. С середины июля уже начнут укладку асфальтного покрытия. Еще в мае в администрации поселения были подписаны контракты с подрядными организациями ООО «Дорремсервис» и ООО «Сахгород». Именно эти компании занимаются асфальтированием придомовых территорий и установкой детских и спортивных комплексов. На оборудование каждой площадки была выделена краевая субсидия в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей. Плюс со стороны Славянского городского поселения субсидия на каждый двор составила по 12 122 рубля. Что именно должно появиться во дворах, решали сами жители. Строители лишь воплощают идеи. Управляющие компании собирали общие собрания со старшими домов и с жителями, где решалось и утверждалось место расположения площадки. И также они выбирали по прайсам примерные элементы комплексов, какие они бы хотели увидеть на площадках. Все это у нас под протокол утверждено жителями с управляющими компаниями. Ход и качество работ регулярно проверяют глава поселения Максим Бринчагов совместно со специалистами ЖКХ. Все работы планируется закончить до 1 сентября этого года. Но если у жителей возникают вопросы о реализации программы «Тысяча дворов», они всегда могут обратиться в управляющую компанию или в отдел ЖКХ администрации Славянского городского поселения. Виктория Беляева, Александр Бабарин. Новости Славянки.